Северском сельском поселении в рамках программы формирования комфортной городской среды стартовало онлайн-голосование по выбору общественных мест для благоустройства. Один из объектов – это парк «Островок» в районе Северского парка культуры и отдыха имени Александра Сергеевича Пушкина. И вторая территория, предлагаемая к благоустройству – это пересечение улиц Калинина и 50 лет Октября. Проголосовать можно следующим способом. Чтобы проголосовать, необходимо выбрать свой регион из выпадающего списка и нажать кнопку «Голосовать за свой город». Выберите свое муниципальное образование и ознакомьтесь со списком объектов для благоустройства. Выберите понравившийся проект и проголосуйте. Заполните форму регистрации, авторизуйтесь через госуслуги или по номеру телефона. После завершения голосования результаты будут опубликованы на сайте.